использовал свои знания о будущем ради собственной финансовой выгоды. Он прозвал себя отцом интернета? Я отец гребаного интернета. С тех пор, как я написал Let's Get It Started в 86-м, я на вершине. Ну что, еще пару хитов прикарманил? Сегодня я записал новую песню. You say, only hear what I want to. Ладно, это песня Лизы Лоб. То джакузи изменило нашу жизнь. Ага, но не думаю, что это нам как-то аукнется. Его застрелили! Мои яйца! Чего ты в них вцепился? Я зажимаю рану рукой! Хочешь подрочить ему? Вперед! Ему еще рано умирать! Мы все исправим. Охренеть! Нужно помешать киллеру застрелить слух. Сейчас мы нажремся и проснемся в прошлом. Проверенный способ. Похоже, мы опоздали. Вот дерьмо. Пахнет ненавистью. Не стоило ему так налегать на чипсы и алкоголь. Тут прям скандинавский гей-бар. Какой сейчас год? 2024. Мы попали на 10 лет вперед. Ты прямо Морган Фримен в детстве. А ты похож на Гэндальфа недоделанного. А мне нравится. А ты вылитый член Билли Зейна. Только не такой красивый. И правда. Почему ты еще жив? Твой убийца пришел из будущего. Мы должны предотвратить твою смерть. Как в Терминаторе. Да у тебя все как в Терминаторе. Все есть как в Терминаторе. Кто мог желать твоей смерти? Я не знаю. Я ко всем отношусь с добротой и пониманием. Привет. Что это? Это типа детского аспирина, только вставляет совсем не по-детски. Пока. Привет. Сиськи. До скорой встречи. Угу. Сиськи! Похоже, это мой будущий дом. Сиськи. Классический пример альтернативной реальности. Как в Докторе Кто? Задрот. Какой задрот. Же ты задрот. Задрот. Какой же ты задрот. Никто задрот. Тебя не любит. Никто тебя Очка. Не любит. Джакузи переносит вас не туда, куда хотите, а туда, где вы должны быть. Патриот Лу! Идемте со мной. Зачем? Мы с вами должны спасти Америку, брат. Вряд ли тебе там сильно обрадуется, но это наш долг.